Мы обязаны сегодня начать с того, что закажем план модернизации страны. У нас понятия не имеет ни один населенный пункт, какие у него есть возможности. Мы параллельно с планом модернизации страны обязаны сразу параллельно запустить процесс реанимации среднего технического образования. Одна из ключевых проблем, которая держала страну на месте, либо откатывала ее назад, это коррупция. За коррупцию высших эшелонов власти срок заключения под стражу от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества, в том числе ближайших родственников. Вот так чиновники должны бояться воровать. Одно из первых решений, которое будет, это также ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией. Сегодня я хочу ликвидировать систему районных администраций для того, чтобы все населенные пункты в районе получали деньги на развитие инфраструктуры, на дороги, на капитальные инвестиции в зависимости от площади населенного пункта и жителей, которые там живут. Первым указом президента я распущу этот самый грязный, самый коррумпированный парламент в истории страны, и пусть они жалуются на кого хотят. Мы должны сегодня добиться полной перезагрузки. Проект, который я обсудил с виноделами вчера, а у многих пожилых виноделов даже появились слезы, они сказали: «Ренат, если ты это сделаешь, мы можем умирать спокойно». Я хочу сегодня построить на 15-20 гектарах земли Урашу Винулы, город Вина. Вы представляете, деревня, где будут представители всех винзаводов, там будут отели, спа-салон, небольшой зоопарк для детей, чтобы ими занимались. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.